Всем привет, с вами Джека Плей, и мы продолжаем играть в Tomb Raider. И, кстати, меня некоторые просили, чтобы я включил субтитры. О, кстати, крыса побежала. Я включил субтитры, так что, если вы не слышите, теперь вы сможете прочитать и понять, что о чем, короче, идет речь. Мы остановились в этом лагере в прошлой серии. Так. Я хочу посмотреть, куда нам нужно идти. А, туда, окей, туда мы пойдем, кстати. Можем ворону как-то убить. О, что-то нашли, давайте посмотрим, что тут интересного у нас. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Монета, да? Кстати, прикольная монета такая, знаете, с квадратом посередине. Прикольно смотрится. Красивая монета. Так, давайте выйти. Все. Погнали дальше. Погнали. Кстати, нам тут ничего, в принципе, не нужно, да, в лагере? О, навык можем прокачать. Видите, теперь вы можете читать, если что. Так. Мастер выживания. Охотник. Боец. Боец, что у нас тут есть? Можете пропустить чуть больше ударов, чем раньше, и отомстить обидчику. О, круто. Можете ненадолго выводить противника из строя, кидая в него камни и землю. Прикольно тоже, кстати. Давайте пока стойкость купим. Ну, то есть прокачаем. Все, стойкость прокачали. Так, в принципе, больше ничего не нужно. Погнали. Также просили, чтобы я менял костюмы. Я меняю потихоньку. Так. Кто-то там уже лазит. А чем? Может, больше не можем, да? А, можем. Можем, можем, можем. Так, я ж правильно иду? Нам... Ай. Давайте. О, красота. Е-е-е-е. Отлично. Так. Ходи тихо, молча, чтоб нас никто не заметил. Отлично, отлично, отлично. Так. Максимум, максимум. Так, давайте. Подойдем. Давай, 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 давай. Души его, души, души, души. Да. Вы Лару обижаете? Лара обидит вас. Так. Нужно, чтобы свет перешел. Так, тихо. Свет перешел. Так, 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 так. F. Отлично! Нет, нас убьют сейчас! Нас убьют! Нас убили. Ей конец. А, кстати, как можно тут интересно пройти так незаметно? Я что-нибудь придумаем, потому что, блин, там что-то как-то очень много их. Так, пушку убери. Давай, убивай его, души. Все отлично. Так. Отличненько, отличненько. Сейчас мы спрячемся. Тихо-т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 ихо. Все, опять что ли? Да какого фига? Ну проходи. А теперь нам никак не пройти, да? Он будет стрелять, да? Смотрите, не стреляет и все. Ага. Нет, это Unreal, походу, да. Смотрите, видите? Так. Отлично. Нам, по-моему, никак больше не пройти, только если так. Прячься. Так, давай, перекатывайся. Ой, блин, нас сейчас убьют. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Прячься, прячься, прячься. Прячься, ух. Нет, 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 нет. Давайте мы немного отрегенимся, а то это как-то очень сложно.
Может, просто делают что-то не так, но... Засранец. Да ты посмотри! Что творит вообще? Да сдохни! Так, давайте. Перекат, перекат, перекат. Отлично, все. Нам, в принципе, сюда и надо было, да? По-моему, сюда. В голову. Отлично, красиво. Все, давайте погнали дальше. Ага. И кто же тут меня сшмалял? Ну, привет. О, нет, 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 нет. Так, тихо. И чё, ты чё там прячешься? Давайте. В голову хочу, в голову. Ну, в голову. Ну, все, отлично. Мы это сделали. Так, нам, в принципе, куда нужно? А, туда, я так понимаю, да? А, сам себя. Ну, блин, я же в голову попал, или нет? Так. Так. Сам себя подпалил. Красавчик. Молодец. Ой, чихмагарим, простите. Так, все, огонь прошел. Отлично. Так, бери детали. Нам, в принципе, сюда, по-моему, и надо, да? А, вот, радиовышка нам нужна. Точно, точно. Времен Второй мировой. Кажется, японские. А, это не вышка была, да? Я думаю, это вышка была. Окей. Ледяная. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, давай. Кстати, были по поводу ледокола еще вопросы такие, типа, ты дебил, ты его нашел. Кстати, да, первую кирку я нашел, получается, на столе, в мясе она торчала. А потом нам дал рот, вторую, то есть, получается, уже не кирку, а ледокол, с помощью которой мы могли лазить по стенам. Так, 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 кто здесь у нас, кто здесь у нас, кто здесь у нас? Тихо, берем. Осторожно, там горючее. Так, тихо. Оно. Зачем оно ей? Давай. Для вышки. Так. Эту штуку по лестнице? Так, перезарядка. Перезаряди. А, все нормально? Ну, все, убил. Отлично. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно мы идем. А, нет, не убил я его? Ну, в голову. Все, отлично. Люблю в голову стрелять, это очень красиво. А, тут, кстати, могли бы в цистерну выстрелить. Ну, ладно, ладно, ладно. Я, кстати, в принципе, об этом и думал. Думал, блин, может в бочку попасть, и она взорвется, но ладно. Сделал уже так, какая разница. Так, отлично. Опыт нам сюда не пройти. Я так понимаю, нам идти надо в другое место. Ну, shift, все как-нибудь, успокойся. Харе, ползти здесь. Она все равно, да, будет ползти? Ну, ладно. Так, здесь мы никак не пройдем, значит, нам вот сюда... Да, идти! Так. Не тронь нас. Смотрите, какой! Давайте с луком побегаем теперь. Хотел нас, посмотрите... Там сабли своим ножиком порезать, порезать. Нет, 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 не надо нас резать. О, можно так пожар типа сделать. Круто. Тихо. Что это? А, можем кинуть. Давайте кинем. Там никого нет, да, я так понимаю? Ну ладно, давайте. Залазим сюда. Лара, только не упади в огонь, пожалуйста. Или там уже его нет? Да, там уже его нет, отлично. Так, у нас здесь какая-то дрянь. Нам нужно ее выключить. Она нам не нужна. О, нас спалили. Так.
Давайте сюда, может быть, нам надо идти. Нет, не сюда нам нужно идти. Правильно я все сделал. Отлично. Стекло вроде хрупкое. Ага. Так, давайте. Нет, нет, не получится. Я, подождите, давайте посмотрим, может быть, кирка сейчас получится. Я не хочу сдохнуть, так что я буду так вот делать это. А, может быть, огонь как-то нам поможет. Так, давайте. Огонь. О, да. Вот это, кстати, я и думал, то, что нам это поможет. Нам это, кстати, и помогло. И где он? Он улетел, типа, так? А, вот он, пипец его прибило как. О, у нас новое оружие будет. Ништяк. Ара такая вся грязная, посмотрите. Не, давайте его не будем убивать, пусть он уже будет. Такой. Отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов, 2 грузовых судна. Экспедиция... Опять же повторюсь, если вам интересно, то останавливайте и читайте, потому что это займет очень много времени. Я не хочу занимать время, я хочу играть. Давай, так, отлично. Бери, залази. Отлично. Отлично, ну давай. Да это нечестно, чё ж они не сдыхают? Засранцы. Так. Посмотрите, лазают здесь. Кстати, у нас тут лагерь есть. Это хорошо. Давайте. Так. Попробуйте окружить меня. Удачи. Окружили меня. Испугали, честно. Сейчас мы всех осмотрим. Кстати, смотрите, у нас тут патроны, стрелы. Кто-то, кстати, живой еще. Кто-то живой или мне серьезно кажется? По-моему, нет. Все мертвы, хотя... Отлично. Нам, кстати, получается, наверное, туда нужно идти, но давайте лучше сходим. Лара, сможете здесь запрыгнуть? Понятно, Лара здесь не сможет запрыгнуть. Хотя в других местах она может. Странно очень. Это, походу, чувак оттуда кашляет. Ну и да ладно. Давайте. Перекрутимся красиво и пойдем в лагерь. В лагерь, в лагерь, в лагерь. Что у нас тут есть? Новые навыки. Отлично, отлично, отлично. Так. А, охотник. Давайте убийство. Давайте вот это все-таки возьмем, освоим. Я хотел это освоить как раз. Отлично. Превосходно. Кстати, смотрите, тут снег. Снег, смотрите. Офигенно. Так, нам нужно идти... А, вон туда, окей. Все, значит, я правильно иду. Вот, кстати, можно было куда выстрелить. Ну ладно. Что-то как-то я немного затупил. Господи, у меня, кажется, был этот автомат. И я думаю, сейчас я стрелы пока натяну. А нет, мне кажется, автомат был. Так. Нашим ледоколом опять воспользуемся. Откроем эту дверь. Не знаю, почему я не проходил эту Лару. Она мне показалась какой-то скучной. Но она очень классная. Мне вот, пипец, мне эмоции классные. Очень интересно. Видишь, сколько листьев? Тут вообще, по-моему, никто ничем не управляет. О, понятно. Мне интересно, что Лара хочет найти. А может, это будка, типа, с радиовышкой? Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Очень. Но если рядом нет магазина электроники... Тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но... С
Сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Опять там придется ползти наверх. Так, здесь мы ничего делать не можем, нам нужно наверх, окей. Я так понимаю, нам нужно идти сюда, да? Горячо, Лара. Опаньки, опаньки. Прикиньте, как тут тяжело идти. Тут все так... Горячий, я аж перепугался. Ой, Лара. Наклониться. Только бы эта вышка заработала. Вот именно. Вот знаете, как назло, ничто не лопалось, ничто не взрывалось. И тут как назло началось, знаете? F. Давай. Ломай. Так всегда, знаете? Как только мы приходим, сразу какая-нибудь хрень начинается. Так, нам нужно, получается, вон туда. Снег? Да. О, еще один лагерь у нас, смотрите, есть. Давайте переоденемся, серьезно, почему бы и нет. Так, снаряжение. А, тут нам нужно костюмы. Давайте какой-нибудь оденем классненький. Вещи. Костюм Лары. Давайте вот это попробуем. О, кстати, прикольный костюмчик такой. Мне нравится. Побежали, побежали, только тихо, аккуратно, аккуратно. Офигеть, какая высота. Если честно, я в последнее время боюсь высоты. Я бы, наверное, там... Умер! Нет, 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 нет! Нет! Косяк. Простите, просто я не увидел клавишу F. Снег. Снег. Аномалия. Ну, сейчас, в принципе, я увижу клавишу F. Я же говорю, тут очень резко появляются, и бывает, не успеваю нажать. Ой, господи. Так, сразу жму. О, отлично. Goodbye. Как это больно. Ужас. Так. Черт, сколько их тут? Да тут их дофига. Да, да, блин, ну сколько можно? Давай. Вздыхай, ну. Где еще один? Давайте, идите сюда, быстро, бегом все. Все на меня. Да блин. Ну, чё, боишься? Все, сдохни. Ты посмотри, какие деловые. Ходят тут, меня убивают. Тихо, кто тут? Так. Метко стреляю, конечно. Красиво получилось, кстати. Ну. В голову. Так. Отлично. Отлично. Кто здесь прячется? А, я убил, что ли, его? Опана, 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 опана. Там их очень много. Так. F, F, отлично. Отлично. Так. У нас заканчиваются патроны, так что... Кстати, нам нужно огненные делать. А огненные я не могу пока делать. Это печально очень. Да блин, да пипец, сколько их много. Я буду их мочкарить до последнего, наверное. Да сдохните вы, блин, мрази тупые! Господи, как же бесят эти люди. Ну проходи, проходи.
Отлично. Так, красиво мы их так, знаете, прям бомбанули они. Красивенько. Ну как еще их оставалось убивать? Только так, по-моему. Ой, блин. Да ты посмотри, какой живучий мразь. Все, отлично. Здесь, кстати, ничего нельзя посмотреть. Давайте посмотрим, что-нибудь здесь есть интересное. О, есть. Я же говорил, что это есть. Это отлично. Так, 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 так. Наверх нам нет смысла идти, я думаю. Нам нужно идти вот сюда, да? Да. О. О, бай-бай. Так. Ну, сдохни. А, у меня закончились. Отлично. Все? Сдохли. У меня закончились, кстати, стрелы. Тоже, кстати, прекрасно вообще. Отлично. В голову. Остановите ее. Давай, ну гори, ну мразь. Ты посмотри. Отлично. Так. Да ты посмотри на них. Ты посмотри на них, что делают. Подыхай. Так. А давай, ну... Я хочу в голову попасть, мне не получается, потому что они бегают туда-сюда. О. Нет, только не надо выходить, пожалуйста, вас прошу. Ну, круто. Отлично. Так. Так. Так, перезарядка. Давай. Ну. Отлично. Да ты посмотри, какой живучий. Отлично. Мы это сделали. О, одна из двух деталей собрана для лука. Ага, выбегают. Кстати, там что-то было, да, еще живая, что-то пропустил, что-то там ей сказали. Я что-то разглагольствую долго и не услышал то, что она там сказала. Ну и да ладно. Так, 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 куда нам нужно идти? Давайте посмотрим, что-нибудь здесь классненькое, интересненькое есть. Здесь, по-моему, ничего нет. Окей, побежали дальше тогда. Я надеюсь, что я попаду с ней на радиовышку или нет. Ну, в этой серии. Так. Надеюсь, что попаду. Давай, Лара, давай, 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 давай. Ой, нам нужно... Мы почти что, кстати, пришли. Кстати, у нас тут есть... Лагерь. Навыки пока освоить не можем. Давайте посмотрим снаряжение. Лук сможем апгрейдить уже. Ой, нет. Не то, не то, не то. Мне нужен лук. Апгрейд. Давайте тогда вот это апгрейд сделаем. Отлично. Все, мы апгрейдили по максимуму лук. Это хорошо. Давайте тогда пройдемте на радиовышку. Давай ползим. Пипец, мне было бы страшно так ползти. И теперь как? А, по лестнице. Ладно, вперед. Давай, погнали. Только не говори, что так будешь ползти медленно. А, все, нормально пошло. Ой, давай, 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 Лара, Ларочка. Верю я в тебя, ты доползешь. Какой-нибудь сейчас косяк будет, знаете? Я так и знал. Потому что просто так это не может быть, чтобы было все идеально и плавно у нас. Какая-нибудь хрень да будет. Молодец, молодец, умница. Мальчики, облака красивые. Офигеть, куда она ползет, пипец. Ну да, небо очень красивое. Давай, Лара, верю в тебя. Ползи, 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 дорогая. Все. Очень, кстати, очень красивый пейзаж. Но я сейчас, знаете, не до пейзажа.
Прикиньте, как страшно на такой высоте, я в шоке. Ты аж туда полезешь, офигеть. Лара, ну ты даешь. Так. О, она сама, кстати, я не прыгала, она сама это сделала. Она сама, кстати, ползет, я не управляю ей, оказывается, уже давно. Очень красивый, кстати, вид. Мне очень нравится. Не, по сути, очень красивые пейзажи сделали. Особенно в Rise of the Tomb Raider. Но я постараюсь ее тоже пройти после этой. Алекс? Лара? Я у пульта. Так. Эта башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. И как мне, кстати, надо делать? А, влево и вправо? Ну... Ну, давай. Ну... Ну, давай! Работает? Пожалуйста, опишите вот. Вашу ситуацию. Отлично. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофтс Эндьюранс. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай! Мэйдэй, 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 это Лара Крофтс Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия, уже не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Круто вообще, я рад за них. Нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Но я справлюсь. Мы не сомневаемся в тебе, Лара, то, что ты справишься. Ну, я думаю, здесь мы закончим на этом серию. Думаю, она вам понравилась. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Также вступайте в группу ВКонтакте. И всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч и всем пока!